الركن الأول من أركان الإسلام. Первый столб из столбов ислама это شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. Свидетельство لا إله إلا الله оно означает никто не имеет права на поклонение ему кроме Аллаха. يعني كل ما عبد من دون الله عبادة باطل. То есть все или все, к чему поклоняются помимо Аллаха, поклонение ему, оно является несостоятельным, недействительным, неправильным. لا إله إلا الله بناء هذا البناء يقوم على عمودين. Вот это свидетельствование لا إله إلا الله, оно опирается на два столпа. نعم. الركن الأول, عمود الأول, الكفر بما عبد من دون الله. لا إله نافيا جميع ما عبد من دون الله. أنفي كل ما عبد من دون الله. أكفر بكل ما عبد من دون الله. Первый столб – это отречение от всего, чему поклоняются наряду с Аллахом. «Ля Иляха» означает, что я отрицаю, отвергаю все, чему поклоняются или кому поклоняются наряду со Всевышним Аллахом. «Илля Аллах» – «Усбит аль-Ибада лилля ахду ла шарика ла». Слова «Илля Аллах» – это второй столб. Они означают, что я подтверждаю необходимость поклоняться только одному Аллаху, у которого нет сотоварищей. «Нам». «Ва шахадат анна Мухаммадан абду Расулу, аннаху алейхи салату ассалам, ху абд, ла юбад». Что касается свидетельствования Мухаммад Расулла, Мухаммад посланник Аллаха, то оно включает в себя, во-первых, такую вещь, как что Мухаммад он раб, абд, которому нельзя поклоняться. Что он является посланником, которому нельзя не верить, нельзя обвинять его во лжи. هذه العبودية هي أعلى مقام للنبي صلى الله عليه وسلم. ليست العبودية هناك الرق. Многие люди, которые переводят с арабского, они переводят неправильно, ошибаются. Слово абд, раб, здесь не означает рабство вот это вот, то есть в значении невольник, униженный. Нет, это наоборот указывает на самое высокое положение, которое может занимать человек. هو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام. Да, то есть то, что пророк صلى الله عليه وسلم, он раб Аллаха, означает, что он из всех творение Аллаха, всех рабов Аллаха является самым лучшим в поклонении ему. من عبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه عبد. Человек, который поклоняется пророку саллаллаху алейхи ва саллям, это он на самом деле не свидетельствует, что Мухаммад он раб Аллаха. من كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه رسول. Человек, который обвиняет пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям лжи и не верит ему, тот не приносит свидетельство на самом деле настоящее, что он посланник Аллаха. لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. Мы должны подчиняться пророку алейхи ва саллям во всем, что он приказал нам. نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. Мы должны верить ему всему, о чем он сообщил нам. ونجتنب نجعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب بعيد عنا ونحن في جانب. И отстраняться от всего, что он нам запретил. То есть то, что он нам запретил, должно быть в одной стороне, а мы в другой. ونتبع ولا نبتدع في دين الله. Мы должны следовать за ним и не вводить в религию никаких новшеств, нововведений. والله.